подождите. Короче, если вкус музыки, то я лично меломан, я люблю разную музыку. Ну, меломан — это еще человек, которого нет определенных... В смысле? Давай телефон. Меломан — это человек, который нет определенного вкуса музыки. Меломан — это человек, который очень сильно любит музыку. Меломан — это страстный любитель пения и музыки. Значит, человек-меломан. Значит, страсть к музыке. Какую музыку слушает меломан? Музыку везде и всегда. Все. Понял, нет, там нет определенного... Короче, у меня нет определенного типа музыки, который слушаю. Рэп слушаете? И мне сказала разную, такое больше попсовое что-то. Beautiful smile, ever seen, thank you. Как Новый год? Ну, Новый год Вероника праздновала со своей подругой, я со своей. Мою слушаете? Кого? С Кари Милан. А, да, конечно, нет, на самом деле. Меломан — это милый мэн. То есть, милый мужчина, то есть, я шутка, не я. Вы откуда? Мы из Беларуси, из Гродно, но живу в Польше, я живу в Польше, в Кракове. А, не хочешь купить мой 14 Pro Max на 1 терабайт? Мне не нужен телефон на 1 терабайт, его потом поздно... Поздно. Что я несу? Его очень сложно потом продать из-за этого. Не знаю, лучше купить уже iCloud и не покупать на 1 терабайт. Зашла, чтобы сказать, какие красивые девушки, всем доброго вечера, я пойду. Спасибо большое. Приятно. Видишь, у тебя красивая Наталья. Слыхала? А? Слыхала, тебя красиво назвали? Да, красиво еще что? Магазине назвали. Ты учишься, я... А с кем ты? Это сестра моя. Вот такие вот дела. Садок. Томно мне. Дороу. Вот такие пироги. Helfix. Что такое Helfix? Helfix. Знаешь, Фликс? А, кстати. Какие вы женственные. Спасибо. Круто. Парня нет? Парня нет. Любишь ходить на ночевке к подруге? Ну, я в последний раз была на ночевке у подруги, наверное, летом, когда мы еще дружили там с одной девочкой. Что такое? Hi, pretty baby. У тебя на носу что-то? Новый год? Тебя? Нет, что у меня на носу? А чего у меня нету на носу? И все. Я музыкант. Да я балерина. Бля, лучше. Helfix is this new Uber. I don't know. Реально? А, интересно, в Польше есть? Но в Польше, потому что ездят на Uber и на Bolt. У нас тоже Uber есть. Ну, наш это не совсем закон. Как отметили Новый год? Нормально. У подруги отмечала я Новый год, она к ней пришла. В гости подружка. Мы не вместе отмечали. На баяне играю, пою. Как вначале мы тоже были. Вы русские? Нет, мы не русские. Костя, спасибо. Гуляла. Это нет, Костя? Я не знаю, что это Костя. I don't know. Ничего не снимаю. Вы в Польше? Краков, Варшава больше не слышал. Пишите в теннис на столе. Ну, сейчас я больше... Сейчас я не в Польше, но буду в Польше 6-го... 5-го числа даже уже буду в Польше. Вот, в Кракове. Вот, кстати, моя мама умеет в теннис играть на столе. Не умею. Умеешь? Фрик. Нет. Хотела на теннис, умеешь. My future girlfriend looks like... Я a bit. Типа... Супер. Почти. Почти, да. На какой специальности учишься? Я учусь на архитектора. А, уже подстригла волосы? Да, я подстригла 15 сантиметров. А ты...
Ты вспыльчивая или добрая? Я добрая. Ну, что это было? И что ж я добрая? Папа. Папа. Я подумала, что означает наш папа, а потом вспомнила, как он подписан. Все подписываемся на нашу папу. Гуглим Алексея. Мы не похожи вообще. У меня тоже так все. Сколько у тебя сантиметров волосы? Зачем стригла? А, волосы были... Не знаю сколько, не помню уже. Но я знаю, что мне стригли 15 сантиметров. А зачем обстригла? Надо было. Надо уже, пора было постригаться. Плюс я не знаю, когда в следующий раз пойду стричься. Из этого надо было. Мало. Ну, не считаю, это не мало 15 сантиметров. Вот это вся длина 15 сантиметров. You could be an actress in public, so popular, young people, you are beautiful and classy. Он, конечно, еще фанат комплиментов. А за себя можешь поставить? Конечно. Я вообще могу поставить за себя и за своих друзей. Как только, понимаете, я не лезу никогда не в споры, пока это не касается моих границ, моих каких-то прав где-то и так далее. Если меня не трогать, я никогда не буду ругаться и спорить. Но как только кто-нибудь меня начинает задевать или нарушать мои личные границы, то я буду себя максимально защищать. And polite. Yeah. Я не успею подстричься, не шарю за хорошую парикмахерскую в Гродно. А, нет, я не шарю за хорошую парикмахерскую в Гродно, очень слышно. Мне нравится, что когда я только начинаю вести прямой эфир, парик очень слышно. Как только... Ну, иди в другую. Как только я начинаю вести прямой эфир, просто все сразу звонят, пишут, заходят сюда, это типа наша общая сфера комната с моей сестрой, и вот сразу, надо же всем помешать, короче, не знаю. Вот такие вот дела. Не знаю, что вам сегодня... Что вам рассказать, ребят? Какой у тебя телефон? У меня 13-й. Сестра тоже в Польшу собирается. Я думаю, да, она окончит школу и тоже поедет в Польшу. But I think there is more attention you can give. Мила. Сестра, если поступит, то я думаю, что тоже в Польшу. Просто мне нравится мой город. Чё купить? Ровненько. В каком классе твоя сестра? Я не буду раскрывать, это ее личное дело. А пока что она еще в школе учится. Вот. Красиво выглядишь. Спасибо большое. Мне приятно. Как вообще провела время дома? Честно, непродуктивно вообще. Как вы добились таких мягких волос? Я думаю, это природа. Природа постаралась. Вероника, ты прикалываешься? Этот гений пришел с квадрокоптером. Тебе белая боди? Нет, у меня кофточка. Вероника! Ты дура. Зачем? Неправильно. Ты домой приехала отдыхать? Да, отдыхать приехала. Красота. Какой у меня рост? У меня 173. Уши сломала. Не поняла. What is the sound? Приятно звучало. Очень громко. Да, я согласна. Ринка, что ты шумишь? Людей распугиваешь. Потом пошумишь. I like this story. Во сколько лет был первый поцелуй у вас? Я не знаю. Не помню. 14, наверное. Я уже не помню. Было когда-то дело. Честно, не помню. Вот такие вот дела. Какой ты сейчас не знаешь такой? Скуч. А, сделай мне мой. А что там делаешь такое? Ты еще ручки подаешь у меня, очистишь. Ты же меня не очищается. Ну, ты иголочку берешь и очищаешь. Как тут сойдёшь? А у сестры? Я не знаю. Не лезу в личную жизнь. И вам не советую.
пишет. Короче, не знаю, буду я... Где Вероника? Oh, I'm so sorry. Больно. Что тебе больно? Pretty princess, thank you.